Как вы рассматриваете отношения между Россией и Европой в будущем? Владимир Владимирович, поскольку не у всех есть наушники, я коротко просто скажу. Вопрос такой. Петр Первый прорубил окно в Европу. В нынешних условиях надо ли его закрывать обратно? Приска, спасибо, бит, да, кишен. Ну, казалось бы, знаете, когда дует, может, можно и прикрыть, чтобы не простудиться.